Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля. Продолжаем говорить об отцовстве и духовности. Мы говорили о попустителях. Сегодня я хотел бы чуть-чуть затронуть другую грань. Это пренебрежение. Пренебрегающий отец равно пренебрегающий Бог. Мы приходим с какими-то своими проблемами, нуждами, пытаемся поговорить, пытаемся открыть наше сердце, пытаемся найти помощь, поддержку и не находим. Мы видим лишь пренебрежение, отторжение, отказ и думаем, что Бог точно такой же. Люди, в чьих семьях отцы были пренебрежительными к интересам, нуждам детей, потребностям их, это люди, которые думают, что Бог тоже достаточно далеко, и ему безразличны наши дела. Я достаточно часто сталкиваюсь с теми людьми, которые говорят: «А какое дело Богу до моей жизни? Тебе какое дело до моей жизни?» Я часто вижу удивленные взгляды и даже возгласы людей, которые, увидев, что кто-то интересуется их жизнью, пытается им помочь, они реально и очень не на показ удивлены, потому что никогда в жизни никто не пытался им помогать. Они думают о том, что Бог, он далекий, и ему все равно. И я на 100% уверен, что в жизни этих людей именно такой отец. Ему все равно, что происходит в жизни детей. Если мы с вами желаем, чтобы наши дети выросли уверенными в Боге, если мы хотим, чтобы они стали не просто людьми верующими, но служили, нам нужно быть отцами, которые никогда не отвернутся от своих детей, всегда придут на помощь и будут надежной опорой.